Ватсап, ребятушки, продолжаем играть, в общем-то, во FNAF. А я немножко увеличил яркость, потому что ну, нихера не было видно. Даже можно чуть-чуть уменьшить в целом. Вот. Ну, короче, поехали, что там у нас будет. Что-то стрёмное как-то. Блять! Пиздец. Блин. Well done, Gregory. You found a security office. You should be quite safe here. The doors were designed to keep our highly trained security staff safe in the event of an emergency. As long as the doors stay closed, which they will. As long as there is ample power. Freddy! The power's only at 15% and they're pounding on the door! How am I gonna get out of here? Do not panic. You should see an interface on the security desk. Hold on while I make it accessible to you. There. You can now activate security protocols. Your fast watch is now connected to the secure. Those boxes on your mini-map are nearby security cameras. When movement is detected by the camera's motion sensors, you should see red alert icons. Switch between the cameras to find a safe path out of the office and to the main lobby. Ух ты, здорово. Ну вот он, короче, да. Че энергия сядет, и мне кобздец. Меня смущает вот этот хер крокодайл. Он прям долбится. Необычная дверка. У него что его у нас? Ну допустим. Ой, там чикается.
Выход, выход, выход. Ну? 12.00, нет. Он закрывает. Нет, нет! Я все еще здесь! Смотри на меня. Я обосрался. Так, у меня есть пас, короче. Скорее всего, могу сюда пройти, наверное. Блядь, чика. Еще и охранные боты. Они явно будут против нас. Костя, иди в другое место, пляс. Сука, ну прям стоит. Ну, корм можно покушать, нет? Жалко. Ну, у меня нет выбора, что? Well done, Superstar. You have accessed the lobby. Unfortunately, that complimentary entry ticket does not allow you to enter the pizzeria. You can find an upgrade machine in customer service. После этого могу подходить. Булка взять вообще. Что-то это уж. А, окей. То есть нужно приложить магнитик. Окей, приложу магнитик без проблем. Пизда. Как я выжил? Так, здесь есть нычка, меня это пугает, это хуй.
It's a crappy Mr. Hippo fridge magnet? Lame. I am sorry, Gregory. I am truly sorry. Так сверху чуть. Что значит truly sorry? Ты что, враг? Жена, что писец. Ну ничего страшного, в принципе. Сейчас мы быстренько все порешаем. Так, куда мне нужно? Маршрут идет. Просто пойдем иначе. This ticket doesn't even work. It says good for entrance to the lobby shops. Upgrade options available at customer service. Also good for one free prize from Glamrock Gifts while supplies last. I wonder what the free prize is. Естественно, вроде не ходит. Надеюсь, меня не убьют. It ain't my pass. Try that terrible magnet you found. А куда его? А. Лол. Yes! Реально. The magnet scrambled the machine. Как? Oh, man. Ой, я видел скрытый. Now it's some kind of daycare pass. That is great news. I will meet you in the daycare. The entrance is on the second floor balcony. Сказал, что будет. А где он? Блин, он друг или наш враг?
Мне кажется, у охранницы она добрая, но просто так вышло, что вот ребенок не понимает это, потому что, ну, охранник еще не сделает. Какого хрена ты вообще здесь находилась, Григорий? Находился. Григорий, вот скажи мне. Ну, не сюда. Опять из трейлера, да? Человек Луна, Человек Солнце. Короче, в трейлере, когда выключал свет, у нее другая личность. Нужно... Короче, когда луна, видимо, все плохо. Стремно. Шарики, я люблю. Текстуры длинные. Вот, неизменяемые. Вот. Блин. Как мне не попасться? Свет вырубаться? Раз генератор, раз тут всего. Что за ДБД? Ну окей, раз генератор, сколько. Генератор, видимо, это нужно было. Какой-то из них не странный, что ли, будет. Так, ну здесь ярко будет. Здесь чувачок там. Ну нет! Сука. Меня убьешь? Ладно, я тут два нашел, три. Ну, окей, ладно, дай сохранился. Здесь пропуск охраны, закрыть инструкцию. Пять генераторов? Какие нахер пять генераторов? Можем увидеть.
сосед. Не конец, да? Все сейчас выйдут. Ну он тупо скачет возле меня. Да, мне видимо конец. Блин, что делать? Фонарь весь аккумулятор, твою мать. It's past your bedtime. Если на нее посвящу, мне тоже конец. Все, теперь все заново, я так понял, спускаться вниз там, и сохранялки не работают. Пожалуйста, хоть бы она сработала, реально, это... Нет, она сработала. Так, ну давайте сохранимся, наверное. А, все, понял. No! Why would you do that? Lights on! Lights on! I warned you! I warned you! Is it probably Cassandra? Naughty boy! Naughty boy! It's past your bedtime! You must be punished. 99. Gregory, I do not know what you did, but the lights are out in the daycare. You need to find the emergency backup generators and turn them on. They are in the play structures. Your bedtime. Свет, алло, бойся. Куда вопрос? Knock, knock.
Да ладно, и сюда пришел. Я реально сюда пришел, и сюда пришел. Опять в этой ситуации, что мне сделать? У меня 4 генератора уже есть. Где самый пятый? Блин, здесь я успею.
сейчас не получится, в следующем выпуске уже, ребят. Тарим бы. Что за баги? Это... Слушайте, это... Ну, прям обидный баг. Прям очень обидный баг вообще на самом деле. И все заново, да? Зашибись. Слушайте, очень обидный баг. Это прям вообще... Это надо фиксить, ребят. Разрабы. Скот, мать твою. Ну, всем спасибо за просмотр. С вами был стример. Всем удачи, всем пока. Последний генератор здесь находится, я так понял, да? Да, я правда. This area is off limits. You're gonna get us in trouble. Don't you want a puppet show? I have glitter glue. You like glitter glue? Googly eyes. Так, ключ там 4, здесь 1. Тогда сначала идем туда, а уже потом идем во все остальное. Значит, в трубу пролезть и наверх пробраться. Окей, понял. Потом вниз, сюда и здесь 4 остальных. И желательно податься ему, потому что он баганутый. Вот. Ладно, всем увидимся, пока, ребят, в следующей серии. С вами был Стивер. Удачи.